пользователи на универсальном игровом, с вами, как всегда, Джинни. Мы сегодня посмотрим на игрушку Risk of Rain. Если вы когда-либо играли в эту игру, но вам по какой-то причине она не понравилась, то, возможно, вы просто-напросто ее не поняли, как это сделал в свое время я. Сейчас я ее понял, распознал, и, знаете, я в нее влюбился, потому что это классно. Что же это такое? Данная игра представляет из себя roguelike в 2D, то есть у нас все от второго лица, и вся графика, она вот такая вот маленькая, пиксельная, то есть здесь нету каких-то безумных красивых шейдеров, там, ничего такого там 3D, нет. Все вот просто пиксель-арт полностью от и до. И именно этим большинство игроков было испугано, так скажем, потому что они включали: о боже мой, тут один пиксель бегает. Нет, надо данной игрушке дать время, чтобы она вам понравилась. То есть надо немножко в нее поиграть, надо немножко в нее понять, что же это вообще такое и для чего же она нужна. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть синглплеер, локальный кооператив, онлайн-кооператив. Это вот локальный кооператив и онлайн-кооператив, это круто. Это что, то, что они вообще существуют, это очень большая редкость в наше время. Item log. Здесь показаны все айтемы, которые вы будете собирать в течение игры. То есть вы будете открывать. Также тут написано, что необходимо для того, чтобы открыть тот или иной айтем. Если вы хотите узнать, что это такое, то вы можете просто щелкнуть на него и посмотреть, что же он делает, для чего же он нужен. Вот, например, эти вот ботинки, это ботинки по типу ботинок из спеланки. Когда мы прыгаем, получается, когда мы прыгаем, приземляемся, то мы наносим хороший урон при падении. То есть так можно убивать противников. То есть, например, мортира, которая дает нам шанс 9%, что мы выстрелим из ракетницы. У нас здесь есть не только пассивные вещи, но и активные, как, например, вот голова, вот это вот Shipping Details, Foreign Fruit, то есть это у нас получается фрукт потерянный, он дает нам лечение, но его необходимо использовать на кнопку, то есть это не пассивочка. И вот куча айтемов, которые можно открыть, и они будут нам помогать в прохождении. Также у нас есть Monster Lock. Здесь у нас лог по монстрам, это у нас боссы. К сожалению, я лобарь, я очень мало прошел, действительно, но не потому, что я мало играл, а потому, что я просто мало прошел, я не могу это пройти, это слишком сложно. Ну ладно, давайте пойдем в синглплеер и посмотрим. Пока что мне, так как я вообще непонятно кто, мне доступен только один герой, это команда. Здесь у него есть три уровня сложности, то есть это у нас Drizzle, это просто-напросто для того, чтобы, ну, по сути дела, ознакомиться с игрой, вы можете побегать, можете посмотреть, что вообще представляет вся игра. Нормальный мод, на котором я играю, и суперсложный мод, это нет, это я вообще вам не советую пока. Артефактов у меня также ничего не собрано, потому что я плохо играю в эту игру. Я пока плохо играю в эту игру. Итак, давайте пойдем посмотрим, что же представляет из себя игра. Игра, уровни генерируются случайно. И вот мы маленький, вот эта вот команда. По сюжету, что произошло? По сюжету произошло следующее, что на наш транспортный корабль напали вот эти вот чувачки, которые сейчас на меня нападают, сломали его, мы высадились на необитаемой планете и должны отсюда выбраться. Выбираться мы будем в течение 5 уровней, и после каждого уровня нам предстоит босс. Ну, точнее, чтобы выбраться с каждого уровня, нам предстоит босс. Но прежде чем это сделать, нам необходимо вообще найти, где выбираться из этого уровня. Для этого нам нужно найти телепорт. Так, давайте будем заниматься тем, что будем искать телепорт. Так, это мы отсюда пришли. Монстры генерируются случайным образом, в случайных местах. И это основная проблема. Почему? Потому что чем дольше мы находимся на уровне, тем больше монстров будет сгенерировано. Вот эти вот вещи, которые с циферками... О, классно. Это места, где мы можем получить тот или иной инвентарь. Вот сейчас вот мне просто-напросто повезло, что мне с первого клика далась аптечечка. То есть обычно там надо, как в Binding of Isaac, надо покормить данный тотем для того, чтобы он выдал нам какой-нибудь айтем. Здесь мне просто повезло. Из оружия у команды, по крайней мере, вот есть. Это обычный пистолет.
Потом это у нас... Ай-яй-яй! Так. Обычный пистолет. Затем это возможность... Так. Затем это возможность стрелять из автомата. Вот так вот. Тра-та-та-та-та. Это все перезаряжается. И самая-самая нужная вообще вещь, которая вам пригодится всегда, это возможность стрелять насквозь через всех врагов. Вот это просто кнопка, которой вы будете пользоваться практически постоянно. Потому что она очень-очень сильно нужна. Наш герой прокачивается не только в денежном плане, он прокачивается и в уровнях. Так, он прокачивается и в уровнях. Я сейчас остановлю, чтобы объяснить, что это такое. Потому что иначе слишком много времени потрачу. Он прокачивается в уровнях, с каждым уровнем у него становится больше жизни. Это нужно, нужно, чтобы вообще выживать. Сейчас мы подходим к месту, где нам предлагают выбор, например, свиньи, ножа и мотыги. Ну, вот не мотыги, а так, вот ломика. Давайте возьмем нож. Ножичек нам дает шанс пустить кровь у соперника. Так, вот эти вот огоньки мощные, страшные, я их боюсь. Давайте мы просто обойдем. И продолжаем искать. Так, так, давайте вот с этими вот тварями сразу же разбираемся, потому что они летают за нами везде. Ребята, которые бегают, они не так страшны, потому что от них можно убежать. А вот от этих тварей уже никак не улететь. И мы продолжаем искать наш телепорт, а находим место, где опять выбор из трех вещей, при этом одна вещь неизвестна. Вещи, если у вас уже есть, вы можете их дополнять такими же вещами, и просто-напросто они будут вам приносить больше полезности, больше вкусности. Вот сейчас я открыл баночку, это баночка с опытом. Так, ну и что, тут нету. И вот он, телепорт. И теперь начинается самое интересное. После того, как мы открываем телепорт, нам дается 90 секунд на то, чтобы выжить. Магма-червь. Так, магма-червь. В принципе, не сильно страшный герой. Ой-ой-ой-ой. Так. Аккуратно. Магма-червь, и вон. Мы давайте вот сейчас на вот этой вот площадочке встанем и будем здесь пытаться отбиться от всех. Почему? То есть наша сейчас основная задача с вами — это 90 секунд просто выжить. Если мы выживем в течение 90 секунд, то монстры перестанут появляться. То есть они просто остановятся. Так, еще разок. Они остановятся и перестанут рождаться. И наша основная задача будет уже не выжить, а убить этих монстров. То есть как только мы убьем этих монстров, все, мы можем спокойно идти в портал и спокойно выходить с данного уровня. Ай-яй-яй! Догонит, гадина. Жизнь восстанавливается постепенно. Также вы можете себе прокачать при помощи айтемов такую возможность, как восстанавливать быстрее, когда вы стоите на месте. Ну, просто вы стоите на месте, да, у вас восстанавливается жизнь гораздо быстрее. Так, вот медуза вообще не должна была здесь появиться. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот это самый, наверное, легкий уровень сложности. Поверьте, я так долго вообще тренировался, чтобы хотя бы доходить до второго уровня, и то не всегда это получается. Почему? Потому что периодически просто-напросто не хватает айтемов. Так, 40 человек осталось убить. Ничего себе мы развели. То есть вот сейчас, вот смотрите, мы выжили в течение 90 секунд. Все. То есть теперь наша основная задача — это сначала убить босса. Затем необходимо отправиться... Так, не увернулся. Затем необходимо отправиться дальше по уровню и убивать всех, кто есть на уровне. Так, вот. И сейчас мы этим с вами и займемся. Как уворачиваться вообще от боссов? У нашего, ну, вот у первого героя, у команда есть такая функция, как додж. То есть он перекатывается, и в этот момент он не уязвим для любого урона. Поэтому этим обязательно пользуемся. Так, та-та-та-та-та-та-та-та. Оп, ха-ха-ха, додж. Фух, так. Та-та-та-та-та-та. Оп. Ай, не ту кнопку нажал. Получил урон. И все было сейчас вот ничего, да? Вот вы думаете, о, да ладно, это ерунда. Чуть 90 секунд подождали. Все классно, да. Можно легко и спокойно жить. Нет, жить спокойно и легко сейчас нельзя. Почему? Потому что вот справа вы видите полоску, которая тикает. И там написано difficulty. Вот difficulty — это
сложность монстров, которые будут спауниться на уровне, она зависит от того, как долго мы находимся вообще в игре. То есть с каждой минутой, проведенной в игре, она становится все больше. Так, я что-то заговорился и совсем... Ач! Совсем... Сейчас упускаю. Она все больше и больше и больше, да. С каждой минутой. Поэтому чем дольше вы проводите время на уровне, тем больше шанс того, что вам придут такие монстры, что вы их потом убить не сможете. Отлично, убили. Собрали все. Супер. И открыли, по-моему, нового героя мы открыли, да. Нового колосса, но сейчас нам осталось убить 17 монстров. Так. Будем пользоваться моей старой тактикой. Вот такой вот тынь. Так, вот сюда запрыгнули. Спрыгнули, пальнули через всех. Запрыгнули. Ху-ху-ху, спрыгнули. Пальнули через всех. Запрыгнули. Вот. Таким вот нехитрым макаром можно убивать довольно большое количество монстров. Но, правда, это не всегда получается. Не всегда, честно говорю. Периодически я просто погибал. Так, вот с этими мы разберемся проще. Мы просто встанем вот сюда, так как они не могут перепрыгивать, данные, по крайней мере, этих монстров. И вот нужно знать всех монстров, кто перепрыгивает, кто не перепрыгивает, кто куда бежит. То есть это надо запоминать, это надо просто-напросто во время игры это все изучать. Потому что если вы этого не знаете, то все, пиши пропало, вы всегда будете погибать. Вот видите, сейчас вот помимо белых цифрок появились еще и красные. Это действует мой нож. То есть наши враги кровоточат, это очень хорошо. Угу. Кстати, мы теперь пускаем огонь. Это потому, что мы забрали глаз червя. Так, сюда. Так, убили. Так, сюда. О, отлично, пальнули. Все, хорошо. Всех сжечь. Остался один враг. И вот сейчас вы думаете, да, все классно, мы всех убили, можно уходить. Нет, нельзя уходить. Почему нельзя уходить? Потому что мы не проверили все места, которые могут дать нам новые айтемы. Почему это необходимо делать? Это необходимо делать по одной причине. Потому что на следующих уровнях они будут стоить дороже. Уже по 25 вы ничего не найдете. Так, давайте вот что-нибудь новенькое возьмем. Monster Tools. Отлично. То есть это вампиризм мы взяли. Классно. Вампиризм мне нравится. Вампиризм это наше. Это хорошо. Так, давайте шлепнемся. Правда, 42 жизни. Угу, все, хорошо. Помимо айтемов мы сможем, так, что это такое? Place Marble Gate, teleport back to the gate by activating again. А, вот это какой-то телепорт. Интересно. Это забавно, нужно будет обязательно это попробовать. Так, вот там вот у нас наверху еще один сундучок, надо до него тоже добраться. По-хорошему, вы можете не бегать и считать, что все, у вас айтемы хорошие. И все, и вы вам ничего не нужно, вы все спокойно отправляйтесь на следующий уровень. Я предпочитаю все-таки пробежаться по уровню, потому что на следующем уровне будет дороже. И далеко не факт, что. Так, давай. О, вот мортира. Мортира мне очень нравится. Я люблю мортиру, люблю с ней бегать. Угу. И вот этот вот сундучок, наверное, еще возьмем. Так, еще хорошо. Это у нас сердце. Ага. Сердце это хорошо. Это, смотрите, у нас уже 422 жизни благодаря нашим айтемам. Класс. Вот это класс. Так, по-моему, еще здесь мы что-то забывали. Хотя я тоже могу ошибаться. И да, я сейчас бегаю без монстров. Просто так бегаю. Но, как видите, difficulty у меня уже medium. Все потому, что я жадная скотина. И я занимаюсь тем, что бегаю. Так, dealing damage heals you. Все, отлично. Все, теперь можем с спокойной совестью, не знаю, по дороге давайте еще пробежимся, может, еще что-нибудь дадут. Вот, это хороший фангус. Вот это вот как раз он позволяет нам лечиться, когда мы стоим. То есть встали на месте, начинаем быстрее лечиться.
Так, так, так. Ну-ка, ты нам что дашь? Вот, что-то дашь. Ага. Так, давайте поменяем этот айтем. Так, что нам это даст, этот айтем? Ну-ка. Это мины какие-то? Интересно. Давайте мины возьмем. Все хорошо. Все, у нас денег больше нет. Можно спокойно отправляться назад. Да, да, мы потратили прилично времени для того, чтобы набить себе все вот эти вот айтемы. Но зато, когда мы перейдем на следующий уровень, нам будет попроще. Ну или, по крайней мере, я на это надеюсь, что нам будет попроще. Очень сильно надеюсь. Да, вот еще одно место, где можно поживиться. Та-дам! Ага. Не поживились. Но зато... Но зато открыли... Открыли небольшой ачивмент. Сейчас я забыл, куда нам идти. По-моему, сюда. По-моему, вот... Да, точно сюда, потому что здесь я уже все покупал. 12 минут я потратил на то, чтобы выйти с первого уровня. Это много. Это действительно много, потому что на втором уровне уже будут хардовые. Хардовые соперники. Дальше уже будут там very hard и вообще полная жесть. То есть, чем дольше вы времени потратите. И вот это вот, она вот, это вот основная проблема, основная дилемма, которая находится в данной игре. То есть, находиться на уровне или нет. Искать халяву или нет. Вот вы помните, да, вот мы по 25 сундучки брали. Вот сейчас сундучки. Так, не понял. Не понял. Вот. Сейчас сундучки уже по 118. Вот, вот поэтому я и жадная скотина. Так, 100 здоровья, чтобы... Что запустить? Еще одну мортиру? Неплохо. Так, вот этот вот гад, вот, я его очень сильно не люблю. Давай туда. Иди туда. Вы что, ребята, вас так много? Так. Вот они уже начинаются, мортирки мои. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, ребята, ну мы умираем или нет? В конце-то концов, ну вы что? Вы мне уже надоели. Вот эти вот одноглазые, на самом деле, чувачки, которые телепортируются, они самые приставучие. Пока что до которых я смог вообще дойти. Мне они очень не нравятся, они меня просто бесят. Так вот всех расстрелять. Так, тебя расстрелять. Так, давайте тогда от них убежим. Уже в конце-то концов. Оставляю за собой огненный след. Все, бежим. Вы что? Что вы издеваетесь надо мной? Вот. А здесь я уже могу над вами издеваться. Ай-яй-яй, нет, не могу, пошутил, прости, был неправ. Так, это лечение, это хорошо. Кстати, вот новые монстрики, которые стреляются лазером, вы их еще не видели, если не играли. Если играли, то, конечно, видели. И вот такая вот игра, она безумно затягивает. Когда вы поняли, что это такое, и все, да, и вот вы разобрались, вы понимаете, что... Это классно, это вообще замечательно, это реально, на это стоит потратить время, если вы любите роглайки, то есть рогалики, если это ваше, то обязательно приобретите, обязательно попробуйте, потому что, ну это классно, это действительно очень классно. Это, знаете, это как Binding of Isaac, но только в 2D, в таком вот инопланетном. Ай-яй-яй. Немножечко более сумасшедший. Хотя, наверное, нет. Наверное, не более сумасшедший. А, вон он был телепорт. Да, увидели его? Вот, нам туда. Так, ребята тут развлекаются на прыгалках. Все, запускаем телепорт. Кто прилетит? Этот висп. Я его ненавижу. Так, давайте возьмем свинью-копилку. Так, свинья-копилка. Нам сейчас главное... Оставаться 90 секунд живым. Так, у меня тут компьютер что-то все развлекается, поэтому чуть-чуть притормаживает сейчас. Так, ребята, которые телепортируются. Давайте уходим. И вот теперь нужно вот, по идее, можно вот, например, встать вот сюда вот. И стоять ждать. Потому что вряд ли кто-нибудь появится на вот этом маленьком островочке.
Правда, как нам потом выживать, я не знаю. Кстати, о птичках. А, нет, нет. Нет, смотрите, внизу, да, появились. Здорово. Все, хорошо. Хорошо, ждем. А народ копится, копится, копится. И все больше и больше. С каждой секундой. Меня это немножко пугает. Ладно, меня это немножко пугает. Но ничего, мы как-нибудь с этим справимся. Я думаю. Но не факт. Потому что вот этот вот зеленый огонек, который стреляет, он очень опасный. Действительно очень опасный. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что ты такой лазерный? Все, 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 давай, 90 секунд. Все замерли. Да? Все, осталось. 52 человека на пути. На! Спустился на одну секунду. На одну секунду я спустился. И меня просто разбожило. Вот. У меня было 500 жизней. Ну, ничего, мы зато открыли теперь нового Enforcer. И вот, вот так вот эта вот игра играется. То есть, ну, много чего можно открыть, много на что можно посмотреть, много что можно поиграть. Круто, классно. Есть вероятность, что я, наверное, даже буду по ней немножко делать летсплей там, за место спеланки, который закончился сезон. Будем делать сезон Risk of Rain. Ну, а на этом все. С вами был Genium. Играйте в хорошие игры. Пока.